Чем ближе лето, тем жарче погода, а происходящие в мире события ярче и напряженнее. Здравствуйте, это программа «Инфоповод» и я, Марина Лагутина. Расскажем, что интересного зарубежные СМИ обсуждали в середине мая. Торговая война между США и Китаем вышла на новый уровень напряженности. В выходные Вашингтон отправил свой военный корабль в спорные воды Южно-Китайского моря, на который претендует Китай. И это уже второй раз за месяц. Журнал Vice News сообщает, что Пекин призвал США прекратить подобные провокации. В свою очередь, американская сторона отказывается признавать, что военные маневры имеют отношение к торговой войне между двумя странами. Хотя оспаривать воды США пытаются именно из-за того, что там проходят международные торговые пути, а также находятся огромные запасы нефти и газа. И Вашингтон не хочет, чтобы это все досталось Пекину. В это же время американская компания Google объявила о приостановке сотрудничества с китайским гигантом Huawei. Теперь второй по величине в мире производитель смартфонов не сможет предлагать своим пользователям гаджеты с доступом к таким сервисам Google, как Google Maps, YouTube и Google Play. И это серьезно ударит по продажам телефонов. Но у Google просто нет выбора, ведь администрация Трампа внесла Huawei в черный список. Агентство Bloomberg пишет, что Intel, Broadcom и Qualcomm, которые поставляют компоненты для Huawei, также решили отказаться от сотрудничества с компанией. Война продолжается, потери несут обе стороны. Если вы собирались провести первую неделю лета в Турции, надеемся, что вы успели забронировать отель заранее. Турецкие власти сделали своим гражданам настоящий подарок – 9 выходных подряд в честь праздника Ураза Байрам. Daily Sabah пишет, что все это привело к туристическому буму на курортах страны. Местные туроператоры ожидают, что с 1 по 9 июня популярные места посетит 13 миллионов человек. Гостиницы на побережье Средиземного, Эгейского и Черного моря забронированы практически на 100%. Билеты на автобусы и самолеты не достать. Не хватает экскурсионных гидов. Настоящий аврал. Впрочем, Турция занимает 6-е место в мире по популярности у туристов. Уверены, что они знают, как справиться с таким ажиотажем. В выходные в столице Израиля в 64-й раз прошел песенный конкурс Евровидения. Как всегда, он был полон провокационных выступлений, скандалов и неожиданностей. Но самое главное, что и красивых песен тоже. В финал не смогли пробиться представители Армении и Грузии. Зато Чингиз Мустафаев из Азербайджана с песней «Truth» и Сергей Лазарев из России с песней «Scream» заняли 7-е и 3-е место соответственно. Кстати, в голосовании страны поставили друг другу высшую оценку 12 баллов. Да и сами Чингиз и Сергей вели себя на конкурсе как настоящие друзья, а не соперники. Победителем в итоге стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Хотя сейчас СМИ активно обсуждают, что его песня «Аркада» уже была опубликована в 2017 году, что противоречит правилам и результаты конкурса нужно аннулировать. Ох уж это Евровидение, каждый год одни сюрпризы. Это была программа «Инфоповод», интересной вам недели, хороших новостей и только приятных сюрпризов.